Дом в поселке Северном на улице Рябиновая. Дом здесь строим под заказ. Заказчик здесь у нас увеличил вот окна такие большие получаются. Сильно выбил нас дождь. То есть долго очень не работали. Наверное, неделю тут у нас лил каждый божий день. Так, сейчас показывают стену. У нас здесь 10 сантиметров утеплитель. Все окна у нас закрываются задние в одном уровне. Вместе с витражным окном. Здесь такое будет окно в пол. Здесь кухня у нас с выходом на террасу. Перемычка на террасе из кирпича. Просто обычно вот эту террасу люди все стеклят. Процентов 90 из тех, кто потом купили, ее стеклят. Раньше ставили кованые перила. Перила эти выкидывали и до самого низа стеклили. Поэтому теперь делаем кирпичом. Людям будет подешевле остекление. Терраска здесь где-то квадратов 13. И сейчас покажу. То есть пока мы здесь строим, люди уже себе и понасадили какие-то деревца, огородик. Чем удобно дом под заказ. Пока идет стройка, они вон занимаются своими делами. Ну и, конечно, видят все скрытые работы. То есть постоянно каждый день приезжают, что-то, какие-то изменения вносят. В этом, конечно, огромный плюс, когда дом строится под заказ. Вот еще окошко в санузле. Мы никогда не делаем нигде в санузле окно. Здесь люди вот попросили. Такие же дома, ну, подобные дома. Все строим в Дубовской заставе. Там с отделкой под ключ 5 миллионов. И один в поселке Новосадовом, там 4 800 с отделкой под ключ.